Такие свалки есть почти в каждом частном секторе. Люди, не желающие заключать договор, приносят свои отходы сюда. И количество мусора растет гораздо быстрее числа желающих заключить договор. Но некоторые, по всей видимости, самые ленивые, не доходят даже сюда. К примеру, этот канализационный люк доверху забит бытовыми отходами. Сотрудникам администрации города приходится периодически убирать самовольные свалки и обходить весь частный сектор, призывая к заключению договоров. Однако, как ни пытаются приучить население жить в чистоте, все тщетно. Например, на левом берегу договор на вывоз мусора имеет всего 72 дома. Я здесь не прописан. А здесь кто прописан? Жена. А фактически живете, ничего страшного, без прописки можно. Без прописки, по факту. Паспорт и предоплата. Да. Ну, предоплату тем более сейчас не смогу сделать. Оплата за вывоз мусора составляет 93 рубля в месяц. После визита администрации договор заключили 5 домов из 18. Многие горожане отказываются, ссылаясь на отсутствие денег или называя другие причины. Мытья. Подумаем еще. А что смущает вас? Мне сложно поговорить. Ну, 2-3 раза в неделю здесь выкидываем все. Остальное бутылки, пластмассы, все это мы сжигаем в своей бочке во дворе. Сжигаете? Да. А не боитесь пожар там еще что-то? Не, у нас бочка специально большая. Мы тогда не подпускаем детей. Находятся и такие, кто готов заключить договор и охотно это делают. Но в администрации города заверяют, что радоваться рано. Проходим рейды, значит, выписываем предписания, люди, да, реагируют, но зачастую это бывает, что они оплачивают за месяц, а в дальнейшем опять-таки перестают оплачивать, и договор с ними расторгается. Это наглядно подтверждает следующий дом, который посетили представители комбината по благоустройству. Вы до этого не заключали, да, договор? Почему заключали, я же вот сейчас рассказываю. Но потом перестали они ездить, собирать. А вы продолжали платить? Не знаю, вообще-то дочь меня занимается этим вопросом. Всем, кто отказался заключить договор, и тем, кого не было дома, специалисты оставили предупреждение о возможном штрафе. Однако жильцов уже на протяжении многих лет эти санкции не пугают, и они продолжают засорять территорию. Ирина Ревенская, Евгений Павлов, новости дня.